чуваки! Вы смотрите ежедневный влоги Кэвэзмен. Сегодня у нас четверг, 17 декабря. Да. И вот, собственно говоря, мы начинаем работу, ту самую, которую мы ленились делать вчера. Сегодня мы запланировали сделать ролик как минимум один. Уже один, хотя было четыре. Посмотрим, как пойдет. Возможно, сделаем, мы такие, а давай еще один. А потом чай попьем, мы такие, а еще один. А потом еще один. Обычно, когда пьешь чай, уже потом ничего не хочется. Это факт. Чай он вообще развозит прям. Я и так спать хочу, что-то не знаю. Прям. Я еще сегодня заснул с гитарой на руках. Да, я. Сидя в кресле просто. Так оно и было. Одна из частей нашей съемки. Создание вот такой вот елки. Из картона. Покажи и сторону, да. Ее вообще повело конкретно. Ну, потому что картон должен быть твердый, конечно. Две вот эти вот девчули, короче, делают елку. Так, такие вот у нас, ребят, ролики. Ну, совсем детские, совсем! А пока Алиска наматывает нитку на картонку, я напомню вам про наш замечательный конкурс. Вот такой вот фотоаппарат мы разыгрываем. Вот такой вот селфи-палка. Вот такой вот штатив. И вот такая вот чистка, система очистки оптики. Все это один комплект и уйдет одному человеку. Проходите по ссылке в описании, там конкурс, это ссылка на наше же видео, на несколько дней назад влог. Там все рассказываем, как получить вот этот вот комплект. Все рассказано, показано, так что дерзайте. Эмма, смотри, какая у нас елка получилась. И не говори. Все, ребят, мы осилили один ролик, и у Алиски что-то аж стрельнуло в спине сейчас к концу ролика. Просто дело в том, что она стоит за диваном, и ей приходится как бы наклоняться перед вот этой спинкой. А это очень неудобно. Кушать пошли. Пойдем. Обед! Ну, забавно же. Нет, слушай. Нормально. Эй, ребята, а на нашем канале конкурс. Ну что, ребята, читайте книги, в книгах очень многое сказано, и не наша фраза, но мы позволим ее себе сказать в нашей формулировке какой-то, наверное. Что когда люди решили засекречивать информацию, они начали писать ее в книги. Мотайте на ус, да, мы реально стали очень редко читать какие-то книги не художественные. Если художественные хипстеры всячески еще читают, там, сидя в метро или летом на скамейке, то какие-то научные, познавательные мы уже давно перестали читать. А это важно, развиваться не только в школе и в университете, где тебе... Заставляют. Да, заставляют. Надо как-то... развиваться еще самому. Хотя, знаете, в школе и в академии, например, я тоже не рвался к книгам. Нет, и это плохо. Да. Это плохо. Мне кажется, большинство не любят читать книги в школе, да. И в универах. И как раз вот мне не хватало такого дяди в экране, который скажет, чувак, ну надо читать, надо читать. Да, потому что я бы задумался. Потому что как раз таки тебя и заставляют, поэтому и не очень-то хочется. Да, да. Не а то, что надо когда читать. Уже проходит время, когда ты можешь решать, что тебе интересно это, ты хочешь именно это прочитать, то да. Факт. Поэтому просто ищите, что вам интересно, и по этим уже моментам ищите книги. Как-то так. Выход всегда есть. Мы продолжим. Ребят, только что сидя в машине, я запилил обзор. Обзор на Жираф ТВ, обзор вот этого автомобильного инвертора, которым мы пользовались при переезде сюда из Омска в Краснодар, потому что мы очень много проводили времени в машине, как это неудивительно, да, звучит. До сих пор пользуемся, недавно заряжали Sony, который сейчас заряжается. Вот такой вот, вот такой вот он. Ай-ай-ай, GCMX, давай-давай, фокусируйся. На него тоже скоро будет обзор. И вообще, ребят, канал Жираф ТВ жил, жив и будет жить. И немало обзоров и всяческого будет на нем в ближайшее время выходить. И по мере того, насколько будет готова наша квартира, будет все больше и больше. Потому что всегда нас останавливало то, что не хочется снимать где-то, а потом придется снимать в другом месте. Например, хочется уже определенный уголок сделать
и пилить, пилить и пилить полезности всяческие для вас, друзья. Все, я выхожу из машины, пошел домой. Кстати, обзор снимал на две камеры, на Hero 3 Plus и на G7X, который стоял здесь вот на штативе. Очень удобно, между прочим, стоял и никуда не падал. Вот такой вот дешманский, старый, добрый штатив с того же самого Жираф ТВ. Только я успел выйти из машины, записав обзор, смотрю, Алиска уже венок повесила на дверь. Красиво. В общем-то, будем делать второй венок на основании пельца. Пелец? Это пельцы! Да. Короче, целая коробка игрушек. Это все игрушки, которые просто вообще никуда не нужны. И мне даже цвет, если честно, их не особо нравится. Короче, делаем. И суперклей, который я поняла, что с ним просто все возможно. Ребята, получился вот такой вот венок с елочкой посередине. Вот так вот выглядит веночек, и вот так вот вечером выглядят гирлянды. Там две... Три. Не работают. Сбоку третий тоже не работает. А так очень клево. Ну, венок вообще, конечно, шикарный, не считая второго венка. Этот прям такой классический, блин, как ну, деревенский, не знаю сказать. Да, он клевый. Из веток сплетен. А тот второй, он прям... А тот, да. Причем реально игрушки такие... Ну, мне вообще игрушки не нравились, а венок мне нравится. Рукодельница. Отбей. Друзья, приготовили, Алиска приготовила овсяное печенье. Из другой овсянки? Да, тут конкретно овсянка прям. Много их не съешь, их нужно жевать, потому что как следует. Вот. Ну, у нас, как всегда, соевый латте с бескофеиновой. И сейчас мы будем смотреть фильм сегодня. Сегодня у нас третий день фильмов. Будем смотреть фильм под названием... «Прогулка». Да, да, Земекиса фильм. То есть крутой ну, должен вообще быть. Вообще просто фильмы детства. Да. Вот, ладно, все, начинаем смотреть, пить, есть, наслаждаться вечером четверга. А завтра пятница. I wanna be a say back and I did a. Пятница. Let me hear say back and I did a. Развяжите руки. Все, молодовки, доки, чики, пуки, держали, у меня нет базы. Ну все, мы посмотрели фильм. Такой прям, вообще, у меня прям иногда как будто коленки тряслись. Передача всех эмоций и ощущения того, что ты сам там где-то на башнях на высоте, полная, да, просто стопроцентная. Да. Роберту Земекису за это... Стопроцентная? Ну, короче, блин, высокопроцентная. Офигенско просто. Вот, фильм классный. Я не знаю, я читал до этого отзывы, что типа занудный там весь фильм, что-то какой-то... Я не знаю, конечно, дело вкуса абсолютно, но... Это художественный фильм, он офигенен. Еще и на реальных событиях. Мы посмотрели фотографии, как выглядит Рон... Как? По... Филипп... Филипп Петти. Петти. Петти.
Ну, короче, не знаю, почему-то в гугле написано Пэтти. Пэтти, Ладно, неважно. Короче, реально, фотки прям как из фильма. Четко, все воссоздано, просто офигенно. Офигенный фильм, всем советуем посмотреть, посмотрите, он классный. И такой жизнеутверждающий, наверное, в какой-то мере. Но не делайте ничего такого, что показано в фильме, если у вас нет подготовки. А если даже есть, тоже подумайте 100 раз. Ребят, напоминаем, что на канале конкурс проходит, и вот этот вот комплект разыгрывается. Ссылочка в описании на конкурс. Проходите, участвуйте. Ничего от вас там не требуется практически, но выиграть можете сразу камеру, селфи-палку, штатив и... Ну, я все это говорил уже, господи, как будто я вам сегодня не говорил вам. Все, спать! Спасибо. Увидимся с вами завтра. Подписывайтесь на канал, пишите свои комментарии, оставайтесь вместе с нами, улыбайтесь чаще, смотрите хорошие фильмы. Покедо!